Говорят, телерепортаж – мужская профессия. Не надо меня снимать! Наперекор всему она полезла в самое пекло. Не знаю, как я туда буду залазить. Одно имя чего стоит. Это Юлия Владимировна. Вы уже минуту одну протрандели. Линию журналистика, шоковая терапия. Одну не будем ломать, больше скажу, что мы сломали. И, конечно, главная любовь. Юлия Козыряцкая, репортерский клуб. Отдала на замок, закрыла дверь. Поезд Киев-Новоалексеевка. Купе двое. Настя Куликалова, наш самый лучший и красивый оператор, и Юлия Владимировна. Просто Юлия Владимировна. Буквально за неделю им нужно снять и собрать фильм «Крым наш. Годовщина депортации крымских татар». Есть люди, которые родились там, в 32-м году, то есть они действительно этот год нормально, ну, то есть 32-й, 44-й, это понятно, что им уже было достаточно лет, то есть завтра будет дедушка или бабушка, которые пережили депортацию. Когда в России в патриотическом угаре кричали «Крым наш», она так же, как и все в Украине, отвечала «Нет, Крым наш». Это ее любимый спецрепортаж из всех, что успела снять в репортерском клубе. В этом фильме сплелось все. Проблемы беженцев, и жизнь в российской оккупации, и блокада Крыма, и признание национальной автономии, и, наконец, победа. Пока на Евровидении. Для них это такая проблема и такая боль, и мне действительно, мне как-то стало стыдно, что мы как-то не обращали на это внимания. Никто не говорил о том, как крымские татары живут в Крыму сейчас, о том, что они люди второго сорта, они это ощущают это до сих пор. Классного репортера можно всегда распознать по одному отличительному признаку. Когда он приезжает со съемки, ему хочется поделиться увиденным и услышанным. Его, что называется, прет. Это про нее. Только она умеет вживаться в своих героев так, что легче согласиться на съемку, чем объяснять, зачем это делать не надо. Ну, тут Сережка, Сережка, он весь такой худой, я возле него себя чувствовала ужасно, конечно. Да, команда вообще стилистская, команда большая, стилисты, они все учат, как им надо ходить, как одеваться, расписывать. Понедельник ты одеваешь это, вторник то. И, конечно, Козыряцкая – это самые неподдельные эмоции, то, без чего репортаж невозможен. И в кадре, и в жизни. И только она умеет так жить в кадре вместе с героем, как никто другой. Когда ты понимаешь, что это зацепит человека за живое, это сложно, но это нужно спросить обязательно. Если человек расплакался, рассказал тебе историю, это самое важное. Вот тут пик всей истории, той, которую он хотел тебе рассказать. В шоковой терапии, фильма «Медицинской реформе» она понимала, есть буйки, за которые заплывать нельзя. Ее героиня – пенсионерка, которая и сама тяжело болеет, и помогает тяжело больной дочери. Все хитает, да не душу добрые, да что зробишь? Ой-ой-ой. Давайте не будем рассказывать о том, что... Давайте покажем позитивный пример. Какой позитивный пример? Вот какой? О том, что есть люди, которые... могут себе позволить лечиться в дорогих поликлиниках, ездить лечиться за границу. Сколько таких людей? 2%? Ну, это хорошо, конечно. Но это не тренд. Фильм рассказывал о том, что старая система себя уже изжила, а новая ей на смену еще не пришла. Обычные люди стали заложниками ситуации, когда одна ветвь власти ставит подножки другой. Люди так живут. И проходит реформа медицины. Что-то меняется. Ну, что-то меняется, но люди этого пока не ощущают. И важно было показать, что сейчас ощущают люди. Уметь разбираться в мотивациях, пожалуй, самое сложное в спецрепортаже. В этом жанре важны не только профессиональные навыки, но и жизненный опыт. Вероятно, именно поэтому ее брали на работу в реп-клуб со словами «Это большой риск для нас». Ей до сих пор спиртное продают только при наличии паспорта. Зато знает главное – журналистика – это всегда взгляд со стороны. Мне кажется... журналистика – это то, что не должно трансформироваться. Но есть какие-то стандарты, как у врачей. Глухов-Жотем – самое первое ее испытание. В самом восточном украинском городе победил самый прозападный мэр, бывший гражданин Франции Мишель Терещенко, предки которого когда-то и управляли этим городом. У нас были маленький подарок от предыдущего мэра. И у нас сейчас 6 миллионов дефицит.
фильме «Юли» и в «Глухове» многие узнали проблемы всей страны. Про российские настроения, коррупция, кумовство и, конечно, попытка реванша. Мы общались с прошлым мэром Глухова. Ну, во-первых, понятно, он пришел ко мне негативно настроенным, это было видно, это было, ну, тоже было понятно мне. Но и он был, ну, неприятным человеком. И да, мне внутри было неприятно, но я улыбалась ему. Что было сделано за 5 лет? Ну, скажем, достаточно много. Я задавала ему приятные и неприятные вопросы. Я пыталась сделать все, чтобы он максимально раскрылся и мог рассказать мне тоже свою историю. 3 истории, 3 фильма. В Глухове все по-прежнему. Борьба, борьба, еще раз борьба с последствиями борьбы. После шоковой терапии медицинская реформа привела пока лишь к смене министра. А крымские татары ждут, когда Киев объявит обещанную автономию. И так по кругу. Так, блин. Сейчас, дайте еще раз.